А, у тебя нет символов, понятно, все, вопросов нет. Ну-ка, поподробнее про символ, пожалуйста. Берегающего духа. Почему нет? Да, я понял тебя. Сейчас я камень нужный найти нету не могу. Да нахрена тебе камень? Иди Да сюда. потому что я не успеваю, у меня железо слабое. Теперь щитом. У меня на моем присте стоит метасокет на скорость бега, понимаешь? Без щитом. На ботинки зачарь себе. На ботинки есть? И ботинки, и мета. Хватает прям вообще. На ботинки, когда зачаришь. Оно не стакается с метой. Да, не стакается. Я вообще бью за ускорение всякого успеваю. Ботинки с метой не стакаются, тебе Кенни это мордаун, щиток, себя не щитуй и нормально отбежишь. Без ускорения под этими, под спринтами, да, то нормально? Нет, я умею, я без спринтов, я это обычно юзаю, просто когда уже подбежать туда-обратно. Ага. Я не знаю, тоже. Если пешком бегу. Есть почта у кого-нибудь? Хотя есть ботинки. Прыжок гоблинский. Что у кого? Почта. Вон поставили, да? Где? Спасибо. Ну, на тапках чарки нету, по-моему. Ну, у меня не инженерская, у меня клыкар. Инжа тут не докачана. Ну, что-то мне не показывают ее. Кстати, ключ не спасет? Нет, не спасет. Надо бежать. Там 50 тысяч урона, сдохнешь. А у нас холи ДЦ есть, он там на повороте, или он слаб. Там даже зов приключений кинули уже на весь рейд, блин, что мы убить не можем. Он тут не работает. Рейдовые подземелья. А это еще не рейдовое? Но тут он не работает. Ну, все, почему не работает? Ну, потому что в анонсе было написано, что в ссылках Хэйми не работает. Mm-hmm. Именно в Хэйми, да? А, актуальные, самые последние, не работают эти. ТЛК, РС. Ну, и Хэйми. Ну, Хэйми, естественно. В обычках работает, а в Хэймах нет. Ну и зачем тогда они этот баф придумали, блядь? Чтобы люди догоняли. 3% это так много. Это много. Ну прикинь, у каждого человека в рейде на 3% больше урон. Нихуя курицу поставили. Это можно копыт. Это можно копыту убить спокойно. Копа курицу поставил, да? Чего мы ждем? Пока Вархель готовность примет. Вист, блять. У него свет оффного написал. Пойдет. Просто это пипец. Пойдет. Призываем поле ДЦ хилим 4 хила. О, в 4 приста. Не приста. Мидарков пошипаем. Ну смотри, ты я хилаю. Поле ДЦ 4. Победа. А где ход ДЦ? Какой круг исцеления? Ты о чем? Круг исцеления, смарт-хилка. Ну, круг исцеления, ну. Молитвы исцеления. Нет, нет, я.
Типа я кинул круг исцеления, кинул молитву исцеления, хотя просто на любого там человека уже подохло, и ты так можешь 6,5, наверное, поднять. Рит инвалид. Ну, ладно. Не знаю, идея с 4 приставами мне больше нравится. Да нафиг этих приставов, этих паладинов, ряд. Просто 4 пристава в рейде. И погнали. И один эрдру. Вообще весело. Зачем эрдру? Лучше 4 совы, чтобы были инеры. Тогда нам, значит... А, тогда надо взять вместо эрдру, чтобы это не ставил. Сайбер, короче, писал, что может, походу, зайти там... Сейчас он там... Ну, что-то РДД. Это. РДД, если только. $17,000 DPS, лог. Опять что ли под таблетками? Ебать, заебал нахуй. Залупа ебаная, блять. Ой, я вообще в шоке. Уже раз, не знаю сколько даже раз, но много раз я уже на этот квест смотрю, а у меня все 0 с 50. Ты только начал на него смотреть. Сука, вот 0 с 50. Я, короче, каждый осколок буду заходить смотреть. Угу. Оп, так, один лутанул, смотрю, так, опа, 1 из 50. Так, опа, думаю, чё это? Ой, замуть его по-тихому, чтобы он сам с собой разговаривал. А, у меня это, пиликай. О, видишь, пиликай. А когда не пиликай... Остановись, пожалуйста. Остановите. Видите, да, видите. Ладно, короче, пошел, перекурю немного. Охуенный рейд, блядь, только курим и все, нахуй. Да не, ну там пока этот зайдет, шкаф вот есть. Хули, вот сейчас вот зайдут, нахуй, потом мы, блядь, на глыбы сдохнем, нахуй. Я не умру. Думаю, надо пожестче. Кто умирает, нахуй, от взрыва, там, глыбу там не туда ставит, сразу, нахуй, КПшку ебашить. Сразу дырявить. Не, дырявить-то это чересчур жестко. Пошли, короче, ну, я... Я ебал здесь стоять, пошли на лану трэш чистить. Заебала эта хуйня. Мне тут он Сабир в личку пишет, он на край здесь в каком-то. Зайти не может. Никто не знает. Сейчас я напишу. А где все делись? Все у нас ро.
Здорово всем. Здорово. Привет. Заходи. Я зашел, кризис, ник. Я не могу войд. Как у тебя ник написать? Ну, в ЛПГ напиши чего-нибудь. Я подумал, что это Биг Дэн. Ой, Бен Стиллер. Вон кризис пишет. Че он у тебя не в гильдии? Один в один голос. Не говори, а там прям две капли воды. Ну, разница только в том, что Биг Дэма никуда не слышно. Я не про Биг Дэма, я про Бен Стиллера. Раз, раз. А Бена слышно. А то, что не в гильдии, это проблема? Тебе надо шмот? Ну, бля, если меч выпадет с лича, я бы его купил, не знаю. А так, похуй вообще. Опа. 250. Да нет, Бен не отдаст нахуй. Задушит? 100 баллов. Тут личом не пахнет, так что, наверное, можешь не заходить. Да похеру, давайте, все равно делать нечего. За компанию сгоняю, похуй. Вам же все равно кого-то набирать. А в какой он у тебя гильдии? Immortality. Ты там играешь? Да не, вчера вступил, чтобы репу качнуть. Ну вопрос с подвохом, да? Блядь. Нет. Ведь это точно не Бен Стиллер, а? Ебать. Вот мой голос. Похож? Ты обычно где-то издалека говоришь. Выпил, да? После корпората. Так что думаю? Курс от Space. 1000-7. $993. Могу эфиралом пойти, но он багается. Он одно время выдает 12к, а потом что-то происходит, хоть усрезь 9 потолок. Я не знаю, что это такое. А, да не, я думал, если он багается, это так, там херяк-херяк, ваншота. Это был бы хороший парень. Это что захотел. Вот тут сзади поврежденка в тактике. Ну так что, будете брать лока, нет? Ну, плюс. Я его уже нашел, можете мне ассиста дать. А где поножи, блядь, лежат? Где-то там. Где? На принцах. Там мы сейчас без танка здесь помрем, но. Вот здесь возле шкафа. Похуй, где мы не потанчу. Да вон некроманка, спокойно. Ебаный рот. Ой. Ну, смотри, танчу нахуй. Красавчик. Так чё, где твой лук там? Это в чате, плюс ты пишу, кризис. Кризис среднего возраста. Я, блядь, не знаю, что тебе ответить, да. А ты прогугли. Что можно ответить? Да нет, я знаю, что это такое, но, блядь. Кризис неплохая игра. Хуета. Да, вот.
Сейчас тем более еще ремастер это вышел, первая, вторая, третья часть. Но здесь не в этом же дело. Здесь дело... Второй, по-моему, все части вышли. Дело в ностальгии. Самые охуенные игры это вот первые, которые были лет 10-15 назад. Да, блядь, даже Вов. До сих пор. Это когда она, блядь, вечно лагала? Да. Лану мы во сколько хилов убьем? 5 или 6? А сука, тыкните, блядь! Тихо, где она? Сейчас, короче, голос был как озвучка из 90-х. А сука, тыкните, блядь, тыкните. Это когда нос зажимают, да, и говорят. Да, ты говно. У тебя сапруты есть? Давай. Сапрутов нет. Ты бомж, получается, да? Да. Пожил бы я не делал. Спасибо. Пиздец. Бля, а нахуй я банку выпил тогда? И чё, во сколько мы тут хилов били? В 3? В 6? Ну, или в 5? Когда? На том, когда-нибудь знаю, а так обычно в 6. Давай в 5. СС кому-то будем раздавать? Попробуем. Ну, спекнись тогда, хэлло. Сейчас вас еще в платье раскину. Так. Сюда вместо приста. А других нету, да? ДДшеров. Да, думаю, нету. Так, ну то ты ему трепета там приготовите. А тебе критично нас всех в одной пати видеть? Похуй вообще. Мне просто два команды не лишние. Да забей, 4 гимна на хп есть. На ману есть. 3 гимна есть. Обмазались. Так у нас холи престов куча. Им нужнее. Еще раз спрошу по ССам. Будем раздавать кому-то, нет? Он кидай на этого, на друид инвалида. Да, он тебе дали уже. На некромантку. Я злобному кинул. Под рулю дал. Вот это что, по спек, что ли? Да что у него ПВП? Кризис. А, где ПВП, это что? Да он просто вкачал не с 8 для стана. Да и не только. А что там еще? Напряжение. Рарник, ты почему всегда вкаш? Напряжение всегда качается. Да я что-то. Первую не зыбку я, и потом после второй тоже. Ты на второй взлетке, Ваша. Хули присты, мордаун, ты не люблю щиты, да? Да. Мордаун, крылья на первой взлетке на себя и гимн. А не люблю щиты на второй взлетке на себя, крылья и гимн на хп. Антифир, надеюсь, у всех пристов на себе уже повешен. Укушу Эйя. Возле меня будь, Дэй. Вот подойдите в один фрейм, пожалуйста. Вы в первый раз в кире? Да, под жопой стоим. Больше ДПС было. Ну, я первый раз. Хватывай на лету. Куда ты схватываешь? Да, он паника подлагивает стал. Разлагиваю. Пошел, хорюка. В
злобный по бидону, водикон по мордаунту. Люблю там сам лестничь потом. Сейчас будет фир, бидона сдиспелить. Обязательно. Эти по наукусе. Ну, блять, ну куда ты бежишь-то? Ну не проебите укусы так, пожалуйста. Чуть левее, извините. Да, там желтый. Положи там на бег, как потом. Ты там поставишь, что там я свой гимн? Давайте, ставьте пой. Притона укушу. Злобный. Дарка зря укусили, конечно, блин, там. Мифик. Спелить с него фир, присты на себя антифир обновите. Не люблю ману как-то рез и собаку там вызываю. Готовь и вилаша незыбку. Мастера там на тьму дайте кто-то. Давай незыбку. Но на хп сдаем все, кто может. Спокойствие, друиды, сдавайте дубовую, нажимайте. Нет, не должен сдохнуть. Биг демо буду кусать. Сейчас дайте какой-нибудь массейф, пожалуйста. Кушу мифика. Я мифика. Некроманка, стой на месте. Да, он не зыбка. Тени. Скоро тени. Тени, секунду. Инвалид. Друид. Геру. Кусы передайте сначала. Кто-то не передал. А вот все, нормально. Yes, нормально. Захильте рейд только на фул. Еще тени осталось внести. Если что, хилы пятой пати не укушены. Хелла, МВП хант не укушены, если будете кусать там. И баблы оставьте, если что, под берсу. Может доты добьют. Тени, секунда. Вилания. 30 секунд. Просто надо бить. Так, истерию дал тебе. Убиваем. Вот у кого сейчас 4 секунды, вот хилов кусайте. Гипноману мордаун, ты ебани. Хорошо, нажал. Yes! Даже осколок, не заметил. Баровский токен. Этот, сколько у тебя осталось осколков? Один? Да, да. Это вот этот один или еще один? Не, еще один. Хуёво, вот. Представь, сейчас бы был уже шлем. Ну тогда пылану убили. Ой, это синдром. Эту хуйню вообще кто носит, вот эту парашу? Чё, на пробу? Без понятия. Она вроде полезная. Так, а что, чё синдром не идём бить? Синдром же легче будет. Так это НС-ка. Видно вам по вам. Она в ПВП не работает. Не работает. Ну, ворот ПВП, если только. Давай себе. Да даже World PvP, типа, она нахер не нужна. Ну, чисто квесты делать там, да. Блять, я что-то не могу понять, я что не могу отдать-то. Что, затрахали на синдро или на профайзер? Чисто может быть. Синдро. Квесты на тебе делать. Как понимаете? Ну такой либо сейф такой. Пошли на синдром. Так, теперь ты, наверное, можешь престом пойти, да? Да, пойти я могу. Вот, давай заходи, потому что будет лучше РДДшников. А зачем вы побежали через Валю? Да, что-то забыли, что-то поесть. А их же нету, Вали, какие Вали?
На портал, портал нам быстрее. Но вы до портала сейчас добежите, тэпнитесь и все. Или то либо будете пока там бежать, пока мы, блядь, валю. Потом... Да все, успокойся, забыли мы. Все. Смотрите. Вот так вот вы и на боссе забываете, а потом вайпы. Да, но помираешь ты. Забываешь. А, ну подожди. А вот слышал, у меня вот еще приора есть еще на один токен, так что я не могу на престол зайти. Может, сейчас упадет еще один. Я себе. Я последний заберу сразу. Че, пятихатка тебя не отпустила, нахуй, на 20? Нет. Блядь, на кого там? Шаман? Выше шаман. Воин. И кто еще? Ну, сейчас, блин, нахуй, на притяжке сдохнешь, тебе сотку дам, нахуй. Да давай, давай. Кстати, нельзя слакать. Это бетон забрет. Это... Это урогов, блядь. Это жалко, это жалко. Это... Блядь. Надо что-то с хилами перемутить. А, ну в шестого. Ждите, просто... Я... Ты просто я в шестого, да. Это самое... Смотрите... бидон, хела. Вы как место хапала будете. Это понятно. Вот, имейте в виду, это очень серьезно. Волну вытаскивайте там на панель. Танки, когда меняются, не проебите. Остальные хилы тоже вас касаются. Это не значит, что если шаман хилит волной, то вы не должны хилить. Вы должны... Вот друид, инвалид, вот все три приста. Все способности там исповеди, хуи исповеди. Вот эту всю хуйню готовьте на нас. Чтобы у нас фулл хп было. Иначе мы, блядь, не пройдем. Это что, рогом не бафнули каску, что ли? Не ребафнули. Ну, понятно. Лану без каски били, да? Понял. Два паладина, если чего, вела не рарник. Ну да, с кулаком били, короче, и с МП5. Дайте помогите, на... Лану, пожалуйста. Дайте на ДКшника каску. Кулак есть уже? Кидайте, короче, каски. Всем. Да, всем. Ну, а другой МП5 кулаки. Я не буду давать. Ебать. Я понял. Здесь сапрот уже можно менять? Нет. Нет. Почему? Сапрот? Тут все дальше сапрот. Синдра, проф, лич, все спас. Тебе нужен сапрот. Понял. Принимайте хорошо. Готовность. Так. Ой, хоть бы сейчас ее убить, чтоб выпал уже осколочек. И клык выпал, да. Так, все готовы, поехали. Да, блядь, талисман третий выпадет, и все, нахуй, успокойтесь. Ну, я талисман хочу этот, как он. Да, ТБЛ хорошая вещь. Да, кстати, только Хэлла не дают поиграться с ним. Поддамажил сейчас? Не, я вот поигрался чуть. Че там, как, нормально дамаг? Ну, по сравнению с тем, что раньше было. Ну, конечно. К ротации еще надо привыкнуть. Ну и посмотреть таланты, перекинуть. Притяжка, готовимся. Ну, блядь, Кразис, где твой портал, нахуй? Это какой-то проклятый слот. Кстати, да, на том же слоте. Надо менять. Вот. Дай до мордаун-то, не сдохну. Не зарекайся. Давайте, не ссыте, дамажьте по ним нормально. Нормально, нормально. Подым. Это ГП. Опа. Ебать, я поймаю. Да ладно, блядь, вы не мучаете людей. Я снова выжил. Так, ну тебе будем считать минус 30 кролу тогда. Еще раз, еще минус 30. Каждая смерть сейчас на бомбе, это 300 будет, это будет вайп. На притяжке. Сейчас ногой затопчет.
Ну ладно, хоть по соточке бы ты дал, ты чё сразу по 300? Ну это вайп-рейда называется. Вайп-рейда 300. У нас БРов не как пирожков, не дохуя. Мы себе такую роскошь не можем позволить. Вот сейчас уже на один БР меньше. Доброй охоты. На первой фазе умираем, блядь. У нас всего хватает ДПС, ХПС, всей хуйни. Просто ваша задача не сдохнуть. Встать за глыбой, не сдохнуть. На второй фазе встать в кружок. В звезду ставить эти, как они называются? Глыбы. Злобный, ты куда ушел? Я понял. Ага, прикольно. Приколисты, блядь. Блять, это сдыхают, сука, вот демоны конченые, сдыхают, потом обижаются, лутают, ГП, пиздец, нахуй. Ну, вот, извините, конечно, если ты слышишь, ну ты дебил. Вот просто по-другому не сказать. Чё нахуй ты тогда сдох, блять? Да, его уже нет в DC. Ну, блять. Ну, это те люди, которые, блядь, чисто, знаешь, как будто это, блядь, на работу приходят. Нытики. Это галимые ебаные нытики, нахуй. Вот то, сука, хорошо, что они такие, нахуй, ходят. То, что дальше было бы еще хуже, нахуй. Там бы шмотку не отдали, и еще что-то. Возможно, такое, кстати. Похоже. А он, кстати, это самое, плакал же этот раз, я помню, когда выпал хуй две этих, блядь. Ладно, даже... люди, успокойтесь. Ливнуло, ливнуло. Че кости мыть-то, блядь, сразу? Так, мужики, скажите, на Синдре, ну, 25 гир впервые, а вот я видел, двое оббегали вот сюда, что они делали? Они вот просто выкидывали оттуда стаки высвобожденной энергии. Ну, она... Она вот тут на УЕ взрывается. Она вокруг бьет, да, на 20 метров. Да хуя раньше большого. Если там... ты не стакаешь, тебе не обязательно выходить. Так не надо делать, просто там делают там всякие... Те, кто умеют это делать, просто это уже... Это их проблема. Это освобожденка, да, когда бросают? Да, это да. Вас маги, локи делают, потому что у них мобильность есть. Они могут выбежать, скинуть, вернуться. Не, ну, меня мальчик. Как на аэродружит бросается освобожденка в том числе. Ну, если не можешь хей. Вынести, тебе надо ничего не косить вообще. Так... Не, ну, я в 25 в обычке набирал 4 стака. И короче, смотри. 3-4 стака, если ты наберешь 10, то по рейду внесется около 5к урона. То есть, короче, ты можешь отойти в сторону, и, например, каждые 3 стака, да, ты можешь кидать ходки. Каждые 3 стака. Вот 3 стака у тебя взорвались, ты кинул ходок на 3 стака. У тебя опять 3 стака взорвались, ты опять можешь накинуть 3 ходки. Там же но тебе надо стоять где-то в стороне, чтобы ты не бил рейд. Все, я понял. Если 2-3 тела таких будет стоять и взрывать по 3-4 ходки, мы вайпнемся. А, на ласт-фазе старайся вообще не взрывать. Да, а на ласт фазе ты просто-напросто видишь, что освобожден, все, руки от клавы убрал и от мышки, и сиди. Все понял, спасибо. Если видишь что-то критическое, да, можешь там одну ходку кинуть какую-нибудь, на танка, например. То есть главное, чтобы ты не лутал урон. Лутаешь урон ты, лутает урон рейд на второй фазе. В этом случае шаманам хорошо хилить цепушкой. Да, типа у них-то массово все херачит. Притон, Мидарк и Вилаш. Да, да, я тут. Все готовы поехать. На кого СС кидать? На кого до этого кидал? На злобного. На ком сейчас нет на СС? Кинь на морду. Радикон мой, на него не кидай. Ваше вторжение не окончится! Никто не
Прикольно встал, просто два пальца вверх поднял. Опа. Щель. Похоже на... Так называемая щель. Она неуловима. ГП не кинуть, бильдей нету. Минус 30. Слушай, это план. Это между губами было. Нет, быстрее убивать, что задохнуться. Друид инвалид реса. Пошла нахуй! Какого хуя, блядь? Ну-ка, как вы умрете? У вас же портал есть. Так блядь. Я делаю порт, она меня повторно притягивает. Так ты мне надо дождаться. Ты постой, да подожди, надо. Блядь, пойду чуть-чуть. Ладно, ладно, погодите, давайте сейчас поиграем, потом я ему расскажу. Во время притяжки лучше не кастить. Да не, надо просто упасть, когда она тебя поставит на землю, тогда портоваться. Шлюха, блядь. У меня тоже так ложило. Oh, yeah. Осуждаю. Осуждение максимальное. Без шлюх нам бы тоже было плохо. Одобряю. Сильное заявление. Проверять, конечно, я не буду. Я бы проверил. Дорого, да? Да ладно. Пожалуйста, мотайся по глупи моей бить. Там 50-ка. 35. Самое правое фуловое стоит. Пошло с трубы, надкошу я там другой бы. Резай, Вадикон. Да блин, сколько можно ее кидать на меня? Я резнул. Портал там поставь. И локи обновите. Скоро притяжка. Беги, малышка, беги! Сука, четвертый раз, да ну нахуй! Без... И пятый тоже будет. Бача стараюсь датку не 52%. А, или тоже третья, да, будет? Третья. Да, наверное. Да. Высоко не поднимайтесь. На самом деле в этот раз что-то пролагало, потому что мы даже крылья сработали. Нет, пиздец, вы слепые, нахуй, я хуею с вас. Че, ебать. Мастрахап, там вот шоу бьем. Да может нахуй? Не, не надо так. Бля, у вас вообще, я не знаю, нахуй, ну... Я хуй знает, это, ну, пиздец. Мидарк, нахуй, ну почему? Что за проблема? Он не добежал. Да хули не добежал, ты, блядь, ебать. Я первый раз на Синдре. Прошу сильно не, блядь. А чё, падаем уже? Конечно, падаем. Ладно, падайте, Лок, смотри, короче, ставишь портал, и смотри, вот она тебя не просто сразу притянула, ну вот как вот стрелой, она тебя так притягивает. Я выкупил, как... выкупил, да. Вот это я выкупил. И подкидывает. Вот смотри, притянула, подкинула порт. Вот, вся ротация. Притянула, подкинула порт. Все. Ну, короче, я должен сначала упасть, несмотря на касты. Только... Я не надо упадать. Просто притянула, подкинула порт.
все, она поняла, смотри, только вот, вот она тебя притягивает и как чуть-чуть подкидывает, и сразу порт можешь нажимать. Вот как только притянула, сразу порт. И начинаешь дамажить. Там каст притяжки 5 секунд. За эти 5 секунд можно побегать туда-сюда, даже дать хаосболт в нее и потом уже порт нажать. Не знаю, что вы бьете мозг, а на глыбах, когда падают глыбы, надо посмотреть, где она падает, и встать так за глыбу, чтобы она загораживала эту, этот кружочек синий на полу. Это все, пиздец. Это все, я больше не умру, смотрите. Смотрю. Громкое заявление, это, да? Но если умрешь, знаешь сколько, смотри, две. Мне, короче, мифику даешь 1253 голды. И губозакаточную машинку. Пиздец, свою хуели, конечно. И меди отцепим 90 штук. Кто там сейчас отдыхал? Кразис, Мидар, кто еще? Войд Фрозен. Плюс один. Кто еще вздыхал? На бомбе. Наеме. Наеме, Мидар, Кразис, топовый. Давайте я рыбу поставлю, и мне простится. Вот рыба. Все, что ли? У тебя в рейд, в этом в рейде же написано. За 100 голды откупились. Так. Не, это мы уже когда падали, это мы сдохли. Не-не-не-не-не. Вот как раз таки я, Кризис, топа, и потом уже ты упал, и Виланя. Когда я упал уже, это мы падали. Уже нет смысла играть. Бэров нет. Четвертый упал. Бэров нет, уже нет смысла уже играть. Ешьте рыбу. Сейчас только два бэра и то в КД. Это ебаная глыба, короче, ну, которая падает. Она как-то отображается вот на порожиках или где? Или ее надо в воздухе чекать и... Почему? Она на земле показана. На земле ты ее смотришь. Она может топнуть на лестнице. Просто отдаляешь камеру, смотришь всю комнату. Понял. Просто смотри, куда бегут остальные, беги вместе с ними. Главное, в глыбу спиной не упрись, иначе у тебя камера упрется в глыбу, и ты нихуя не можешь. За мификом бегай, он никогда не дохнет. Запускаем. Сейчас Рарника крылом зацепит, ну. Киньте лапу еще. Отдыхнет еще боком. Сейчас две смерти, это сразу вайп. Ну, да, ну, одна еще хуй с ним, попробуем. Две смерти, это сразу вайп. Потому что два БР на КД. Первый пошел. Беги, малышка, беги! А это дрый, 4 стака. Не, дыхание. Под морду вынес просто, ну. Я возьму. Далеко слева. Ну, я не знаю. Я, сука, за глыбой был. Подым. А где твой труп? Но... Ты на лестнице был? Ну, за глыбой же, блядь. Да ни хера. Бля, короче, объясняю. Ты должен подбегать к глыбе впритык. Потому что тут есть так называемые щели. Глыбы еще высота есть. Там не щели, там нахуй. Ребята, не надо в упор подбегать, можно на дистанции стоять. Просто ну, надо, чтобы глыба тебя. Ну он да. Не, ну он далеко от нее был, типа. Вот он за глыбой, но он на лестнице. Он стоял не за ней, он просто слева стоял. Давайте резай. Да, вон призвана можно взять. Ебать, они быстро летят, нахуй. Я просто не успел еще ближе подойти. Блядь, я чуть не уснул. Просто когда начинаются метки, вот вообще там раздупляются, на кого они пойдут, стоим все на первой ступенечке,
Как только первая ступень, ну, метки показались, поднимаем вот на середину ступенечек. Как метки юзнулись, бегим и прячемся. Да, все. Мне можешь не объяснять. Я уже наигрался. Кразис, у тебя какой еще аддон стоит для этих отображений рейдфреймов? Да все, его нет тоже. Не знаю, я успеваю чаю попить, пока летят эти глубины. Лучше бы их лучше дамажил, блядь. Это чаёк он пьёт, нихуя себе, блядь. Так я ещё и дамажу их при этом. Одной рукой этого чая. Ну ты просто... И последний токен где-то. Скажи, причём так было с первого прохождения ЦЛК. Ладно, сорян, пацаны. Да, ничего, бывает. Научишься. Тактику пока прочитай там. На Синдру, на профа, на видео Вича. Посмотри. Посмотри видео. Стрим включи, где там стрим идет. Спорься немножечко. Ладно, надо сосредоточиться. Надо конкретно сосредоточиться. Ну. Оттопыриться. Прям конкретно, да, то есть? Надо, но... Вот. Надо топориться, это из брата, по-моему, раз. А есть это масло на силу атаки? Да у тебя и так много силы атаки, куда тебе больше? Ну, я как бы... На минус силы атаки. Здесь на минус могу дать. Спасибо. Просто я скромный, не просил. Ну, скромные вары. Да. Руки бесят. Базаришь. Согласен. В натуре. Все готовы, поехали. Сука, баф от рыбы не повесился, стал ран. Пиздец, простейший босс. Такие ошибки, охуею просто. О, повесился, баф от рыбы. Сука, при атаке нахуй в парирование уходит подряд, блядь, бист, это синдра. Еще и откинуло бы, как только начало пиздить. Тяжко лучше. Беги, малышка, беги! Справа. Приветствую, смотрящий. Справа. Видно кружки на полу, блять. По центру. Точно, шеф. А я еще в воздухе смотрю. Слева далеко. Отец болеет. За кого? За Аргентину. Я тоже вчера смотрел. Выпал, да, Аргентин? Да, конечно. Франция выиграла. Там же. Там эти. Не, Франция сравняла 2-2. Пожалуйста, подыхаю. Футбол, блять. Да мне похуй на футбол. Вообще не смотрю. Плюс один. Пацаны, тихо. Не побить, да? Справа.
кто сдохнет на этой хуйне, тут пидор. Справа близко. А пидорам ГП дает? Да. Тише, тише, по правой, тише. Четвертая слева падает. Ломардаун туда сейчас. По логикону СС. Тебе разведку сейчас будет. Блять, вы человек к стенке, блять, жмете. Справа близко. Центр. Эй, осторожно, стоп. Четвертая глыба слева далеко. Хватит, там какой-то нижнее по глыбам. Давайте там 2% фазы готовимся. Топаем хлопки всякие, обморожения, всю хуйню. Глыба 2 секунды. Первую звезду и сразу разбить. Сразу скидываешь, сразу меняешь. Не забывайте там. Так, все, Вилашу хильте. Да не хлопайте вы, следите, пожалуйста, за собой, нахуй. Не кастуйте просто, блядь. На ком освобожденка стопнули вообще косты, Мидарк, там, вы что, да? Будет притяжка, готовимся. Будет еще одна метка. Нет, вот притяжка. А, доебали. Захильте Вилашу на фул. Хилы 6 штук, сука. Алло, блядь. Звезду неси. Хорюк, хорюк. Неси звезду, уходите, милики. Все, меняемся. Разбить сразу. Смотрите, кто там хлопает. Пидора вычислим нахуй. Сука, я, блядь, покикаю вас с гильдии нахуй. А это видно будет. Звезду потом... сразу разбить. Тихо. Милики ушли, звезду сразу разбить. Захилить, ну, на фул захиливайте. Вилашу захилить. Следующую сюда же сразу разбиваем. Четвертый раз в освобожденка. Тоже первый. Дорогу-то навалил. Так. Эту разбиваем, на следующую туда же ставим, и будет притяжка на ней. Так, готовимся. Ну кого там? Вилане неси. Пожми какую-то прожимку, захитите его на фул. Вилашу поднимите на фул. Баба, будет притяжка. Будет притяжка, готовимся. После притяжки эту зергаем и следующую опять ставим туда и сразу разбиваем. Все, зергаем. Следующую туда же и сразу разбить. Бен. Все, Войда теперь хилим. Да, блять, пидоры тупые, ну. Разбивайте две быстро эти две глыбы. Уёбки, блять. Бидон. Туда же. Бля, он далеко. Бидон.
Но в другом месте. То ебанутые нахуй, ну. Я разобью. Следующую звезду сразу разбить. Надо сейв будет дать ему. Дал сейв. Разбейте его нахуй, алло. Вот. Меня что там по притяжке, кстати? На следующий. Вот меня быстро разбить. Все спрятались за звезду, встали ровно. Мидар гим на хп, давай. Быстро разбивайте. Следующую сюда же будет притяжка. Иду менять. Быстренько ставь. Авилане. Ставь. Ой, дохилим. Да ну нахуй. Ну это игра, сука, ебаная. Не должно вроде. А нет. Конченая игра. Что, нахуй вообще в это говно играет, блядь, не понимаю просто. Я успел выбежать. Я так понял, глыбу притяжка была, да? Проверка на реакцию называется. Да, ты ничего тут не успеешь сделать. Это было, надо убивать Сидру с первого трая, а если не убиваешь, то вот такую хуйню лутаешь. Подъем года. Ну, вы сами сейчас видели, босс не трудный, просто это все повторяйте, то, что делали. С глыбами все очень просто. Бидон, сука, не убегай никуда. Освобожденка, сука, стой в кружке, блядь. Вот это залупы, чтобы не было, мы могли там сдохнуть. Вот Локо объясняли, что делать, он убежал все равно. Я здесь, я слушаю, блядь. Нет, я про то, что Локо объясняли, что делать. Ну. Ты убежал куда-то на лестницу. Бидон убежал, а не Локо. Нет, да. Ну, про шамана, я говорю Бидону, то, что он убежал куда-то с освобожденкой. Ну, он перепутал, все, думал. Блять, по 5-6 тысяч, нахуй.